сегодня хочу поделиться с вами оригинальным рецептом подачи всем нам привычного и любимого салата оливье. Подавать его я советую порционно в булочках для гамбургеров, будет необычно и ново. Хотите удивить своих гостей оригинальной подачей привычного салата? Тогда смотрите, я расскажу, как приготовить булочки, фаршированные салатом оливье. Конечно, такие булочки можно нафаршировать абсолютно любым салатом, но я решила вам показать на этом примере, заодно покажу, как я готовлю этот салат. Естественно, я не утверждаю, что это классический вариант приготовления, это тот вариант, который полюбился в нашей семье. Если вы знаете другие варианты, поделитесь ими в комментариях, я буду рада попробовать что-то новое. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Картофель и морковь отварите в кожуре до готовности, воду немного присолите, яйца отварите вкрутую, 8-10 минут после закипания. Измельченную луковицу по желанию можно замариновать в смеси воды и столового уксуса 1:1. Вареную колбасу нарежьте мелкими кубиками, такими же кубиками нарежьте картофель и морковь. Мелким кубиком нарежьте яйца и соленые огурчики, можно использовать и свежие. Также в миску к остальным ингредиентам отправьте консервированный горошек и маринованный, или свежий, измельченный лук. Заправьте салат майонезом и хорошенько перемешайте. Подписывайтесь и ставьте лайки. Салат оливье готов, дайте ему немного настояться. В булочках сделайте надрезы и выньте мякоть, чтобы образовались углубления, которые будем наполнять салатом. В каждую булочку положите несколько столовых ложек салата оливье, сверху украсьте веточкой петрушки или укропа, вот и все, булочки, фаршированные салатом оливье, готовы. Их можно смело подавать порционно гостям. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Какие продукты будут нужны? Булочки для гамбургеров 4-5 штук, картофель 3-4 штук, морковь 1-2 штук, яйца 5-6 штук, огурец соленый 2-3 штук, колбаса вареная 300 грамм, горошек консервированный 150 грамм, лук репчатый 1 штука, майонез 3-4 столовые ложек, соль по вкусу, количество порций 4-5. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Удачного дня!